На грани фантастики на этих кадрах россиянин Григорий Галеев устанавливает новый мировой рекорд. Техническое погружение инвалида-колясочника на глубину в 56 метров под аркой Blue Hole в Египте. Медленно, уверенно и будто безмолвно заигрывая жителями подводного мира, пытаясь прочувствовать его, запомнить, понять, изредка сигнализируя условным знаком «все хорошо, продолжаем». Идея, казавшаяся безумной, когда об этом проекте заговорили впервые, не раздумывая, выпалил «готов». Почти сразу замялся, но не отступил. Вся наша команда, мы не сталкивались с таким количеством препятствий во время вот какого-то достижения, какой-то цели. Их было очень реально много, каждый день что-то новое, то снаряжение где-то подведет, то еще что-то, то погода, то кто-то заболеет. Подготовка заняла год. Отрабатывал навыки, читал теорию, получал соответствующие сертификаты. Прошел серию пробных погружений, ведь даже потребление воздуха у Григория гораздо больше, чем у обычного дайвера. Техническим дайвингом занимаюсь более 10 лет, но с подобной задачей столкнулся впервые, что было особенно интересно. Использовать опыт других дайверов не было возможности из-за отсутствия дайверов с такими возможностями. Все возникающие вопросы решали сразу в процессе, адаптировали снаряжение под особенности и возможности Гриши, выработали несколько видов грибка. Обычный человек не может, не все могут контролировать свою плавную часть, это мы говорим о рекреации. То в техническом дайвинге все намного сложнее. Идея пройти арку родилась в Крыму после погружения на затонувшие мины заградитель 4. Тогда Григорий Галеев установил новый рекорд в Черном море, погрузившись на глубину 42 метра. Когда мы подумали, что неплохо бы пройти арку, самый знаменитый и посещаемый сайт, дайв-сайт в мире и самый опасный. Расположенный в египетском Дахабе знаменитый Blue Hole называют кладбищем дайверов. Только за последние 15 лет тут погибло больше 130 человек. В случае Григория Галеева это не просто 96 минут дайва и новый рекорд, а очередное доказательство, что ради настоящей мечты человек преодолевает любые преграды. Это невероятное, здорово, красивое зрелище просто. И это что-то нереально крутое. Вот. Мы снова сделали это. Александра Карнович, «Утро нового дня».